У Дональда Трампа и Владимира Путина, помимо официальной, была еще одна встреча на саммите Большой Двадцатки в начале июля. Эту информацию во вторник подтвердили в Белом доме, не уточнив, как долго длилась беседа и о чем шла речь. О второй встрече президентов России и США накануне рассказал глава международной исследовательско-консалтинговой фирмы «Евразия Групп». По словам Яна Бремера, она состоялась во время торжественного ужина для лидеров стран. Другие высокопоставленные источники подтвердили. Трамп покинул свое место и сел на свободный стул рядом с Путиным. Переводчик с американской стороны не присутствовал при разговоре, который длился около часа. Это, по словам Бремера, вызвало недоумение некоторых лидеров «Большой двадцатки». Аналитик назвал сам факт подобной беседы нарушением протокола национальной безопасности. Официальная встреча Путина с Трампом на полях саммита длилась около 2 часов, что тоже немало для такого формата. За развитием взаимоотношений двух лидеров внимательно следит как российская, так и американская пресса. В США расследуют возможные связи избирательной команды Трампа с Кремлем, а также вмешательство Москвы в выборы президента Соединенных Штатов. Россия решительно отвергает подобные обвинения.